Привет, мне нужно сходить до магазина. Сейчас оставлю телефон дома и посмотрю. Посмотрю, что будет делать Олег в мое отсутствие. Я так уже однажды делал, но это было на другой квартире. Давайте попробуем. Олег, жди здесь. Ого, так, поводочек принес. Ошейник, кроссовок. Ты что ли скучал? Меня не было всего ничего, 25 минут меня не было. Даже чуть-чуть меньше. Ведет себя так, как будто бы меня не было целую вечность. Олег. Ладно, надеюсь, что вам видео понравилось. Спасибо, что смотрели. Дмитрий, Людмила, Ирина и Сергей, спасибо вам за поддержку. Всего вам доброго и удачи. Пока.